Орден за заслуги перед республикой вручил сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов известному ученому Рашиду Сюняеву. 1 марта академику исполнил 70 лет. С его именем связан ряд фундаментальных работ современной теоретической астрофизики и космологии. И хотя ученый в Казани не жил и не работал, именно благодаря его авторитету наша современная школа астрофизики является одной из ведущих наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Член многих академий мира и научных сообществ. Рашид Алиевич является почетным академиком Академии наук Татарстана и почетным профессором Казанского Приволжского университета. Астрономы вуза, используя российско-турецкий телескоп, активно сотрудничают с группой Рашида Сюняева в Институте космических исследований РАН. Как для каждого татарина, для меня это громадная честь, потому что с малых лет я знал, что у нас есть столица. Это столица Казань. Я знал, бабушки и дедушки пытались рассказывать мне историю нашего народа и говорили мне, что этой историей можно гордиться. И я хочу сказать еще, что очень большую роль в том, как появилось мое самосознание, это были примеры замечательных людей татар. Сегодня же юбиляры чествовали в Академии наук. От имени Казанского федерального университета его поздравил ректор Ильшат Гафуров.